Огонь, блядь! Сука, да вы вытряхиваетесь нахуй, ебаное говно! Нахрен ты это говёный танки вызов? Вызови, сука, паровозы, ёбни это срань, нахуй! Разведка где, ничего, тебя вообще на карте нет? Мы его не всрали еще, ты не переживай, город-то я сейчас вытащу. Я тебе обещаю, вот мид-то вы прососали, блядь, в рот там набрали, блядь, по полной щи, нахуй. Какой-то микс сраный с БТРчиками пришел, блядь, всем пиздюлей надавал, это вообще пиздец, блядь. Да ничего там не проебано, завалите, блядь. Проебано, мило. Если этот город с говном смешаю. Полковой вот этот сраный впукало себе засунь. Выдвинь его, мутило вот сюда. Ты что, не видишь, что происходит, что ли? А из СТРВ вот сюда передвинь, стрельни вот в этот БТР сраный. Блять, ужас, это просто денарь, блять, в кубе, ебаный в рот. Если бы я один зашел, я бы лучше сыграл, я хоть на себя надеялся. Ну полный ноль, нахуй, ну полный. Вообще пиздец. О, из СТРВ есть, смотрите, такая. Сука, выкинь свой двигатель, слей бензин, продай тачку и вообще не выходи на поле боя, ёбаный урод. Один еще один генерал-маршал Паша в Тиаруси вселенной пизды мудак взял кучу, блядь, выкупил вообще всю арту в мировой Руси, нахуй, и в очко, блядь, себе закатывает ее нахуй. Первый раз, я не знаю, за какое время меня трахнул еще кто, Виталий, это вообще пиздец, блядь, просто пиздец вообще. О, наконец-то, блядь. Будьте любезны, вызовите, сука, кто-нибудь, нахуй. Блять, у меня что-то... Я не понял, блять, что за хуйня происходит, нахуй? Чё на миду опять за говно-то? Я не понял, кто там играет. Серега, ты чем там занят? Ты бананы, что ли, опять ешь или что? Поставь, сука, разведчика вот здесь вот, поставь птуры и всё! И никто никогда не про это. Вот здесь вот два вертолета повесь за 5 копеек. Вот здесь Микс ездит на каком-то говне. И смотри, Виталий вызывает что? МиГ-35. Гениально! Мудила, вот здесь стоит Макбет, он сейчас их просто бесплатно сожрет, нахуй даже не поддавится, блядь. Подводи, все, заработай, работай Ми-8-ми, работай Ми-8-ми. Кто там, блядь? Ред Драгон, твою мать. Работай нами, сука, наведись, блядь, на. Ну, блядь, вперед! Покупай скинчеки. Он озарит, стреляет, ты чё, сука, издеваешься? В пехоту, сука, стрелять надо, в пехоту, нары, не побивает его, повторит, он десятка, сука, десятка. Я не понял, почему ничего нахуй не падает, блядь, чё? У меня тоже не попадает. Нары поднимай, океан, нары поднимай. Попадает, блядь, стреляй из лука, сука, делай, чё хочешь. Чё вы сидите на двойке, дебилы, рашьте её, нет там никого, не все. Вы чё тут сосёте-то, сидите? Насмотрит на Магмед, блядь. Пол игры, блядь, полудурок нахрен. Они даже кошремка, у них очков нет сюда поставить. Они все налево пришли, а я тут один, 10 человек, а командосим еще, сука, до сих пор жив. Ну и что ты мне хочешь сказать? От вас вообще, ну никакой, блядь, то я не скулю. Вы просто атакуйте. Даже ко мне можете не вызываться, блядь, придурки. Принесите их до респа. Вы что тут, блядь? Там, видите, в охране один маглан, все, у них там больше нету ни хрена. Саны, трусы, все, больше ничего, пепперони и больше ни хрена. Блядь, даже при этом раскладе я один в кустах, всех их отдефал, ёбаный в рот, я даже этому не верю, блядь. Ну чё, ребят, вам чё, ещё на миду можешь помочь, да? А? У вас там напряг, я чувствую, нахуй. О, у них три Шеридана, блядь, за 5 копеек. И одна Меркова. Один, и один отряд ВДВ, два человека, вот это атака, блядь, божественный заход. И взад отходящая тунгуска, блядь, под кассетами и буками. Вот это, блядь, выкуп. Ты еще пушку разверни назад, выключи. Да ты точно, сука, выиграешь. Как так можно, блядь? Да, что сделаю? Выключи игру, блядь, нахуй. Я там окопаюсь, сука, так, что в бетон зароюсь, блядь, никто туда не войдет. Бля, вы что на меду-то опять-то, блядь, сосете-то? Я что-то не понял. Я только переключился. Боже мой, вы там что, борщ жрете или что, или играйте?